Лера Кудрявцева обвинила Наташу Королеву в лицемерии в эфире шоу «Виа Суперстар». Знаменитости поругались в четвертом выпуске передачи. После выступления группы «Божья коровка» в студии шоу разгорелись споры, мнения судей о номере разделились. Так, Наташа Королева заявила, что ей понравилось выступление коллектива. Она назвала его стильным, модным и классным. Да, всегда можно найти какие-то шероховатости, но общее впечатление для меня было приятным. Все очень даже получилось, высказалась певица. Лера Кудрявцева не согласилась с мнением коллеги. Она заявила, что у них с Наташей абсолютно разные вкусы. По словам телеведущей, она, в отличие от Королевой, не может облизывать участников и врать. «Наташа у нас теперь будет народная любовь, потому что она всех любит и облизывает, а я нет. Но я не могу врать», — высказалась Лера. Услышав высказывание телеведущей, Наташа сняла поролоновую насадку от своего микрофона и кинула ее в Кудрявцеву. «То есть я вру, это мое субъективное мнение. Я сейчас брошу в эту женщину что-то», — ответила Наташа.